колледже Московия прошла тематическая игра, приуроченная к Дню защитника Отечества. Студенты первого и второго курсов проходили полосу препятствий, собирали и разбирали автомат. Всего в игре участвовало 7 команд по 5-6 человек. Почти половина – девчонки. Задание для студентов подготовил руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко. А скажите, пожалуйста, какие-то события? Это русско-японская война. Русско-японская война. Какой год? 1905 год. Это уже не первая подобная игра в колледже Московия. В конце прошлого года ребята тоже состязались в знаниях и умениях на военную тематику. Кроме того, в гости к студентам приезжал клуб «Застава». Всякий раз такие мероприятия у ребят вызывают большой интерес. Ведь многие из них прямо из колледжа отправляются на службу в вооруженные силы. Ребят, что здесь происходит? Что это за тряпочка? Это переворачивание плащ-палатки. И что с ним нужно сделать? Можете показать? Люди должны стоять на палатке, не касаясь земли. И перевернуть ее. По итогам всех этапов первое место заняла команда «Погранцы».